пятницу в Самарской области на небе облака, осадки в виде дождя. Днем 8-10, тепла, ночью 2-4 градуса выше 0. Ветер западный 3-5, порывы до 11 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, в дневное время плюс 9, ночью плюс 2 градуса, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 9, ночью 4 выше 0, западный 4 метра в секунду. В Самаре облачно, пройдет дождь, днем плюс 9, ночью плюс 3 градуса, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.